Բարձր զառաջին դրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով Վրաստանում էր հայ-վրացական հարաբերությունների հնարավորությունների մասին զրուցենք բազմազգ Վրաստան հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանի հետ։ Բարձր պարոն Ստեփանյան, բարի գալուստ Երևան։ Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի այս 11-րդ շրջանակներում ինչպես է գնահատում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցը Վրաստան։ Ну, я думаю, что оценивать сейчас рано. Нужно посмотреть, как будет развиваться это сотрудничество в дальнейшем, как будут реализовываться те слова, которыми и о которых говорили оба премьера. Как мы понимаем, это уже четвертая встреча за очень короткий срок времени. Если бы не пандемия и война, я бы сказал, что эти встречи, скажем так, очень активно, все-таки не приносят активные плоды, хотя, ну вот, с учетом того, что была война, и 2 года уже мир живет в пандемии, наверное, нужно все-таки еще подождать, посмотреть. Хотя я вам скажу, что перспективы огромные. Перспективы для регионального сотрудничества, они сейчас намного больше, чем были 2 года назад, например. И я думаю, что обе страны это очень хорошо понимают и будут реализовывать хотя бы частично, скажем так, эти перспективы. То есть есть уже видение того, что возможно реализовать программу направлений север-юг, запад-восток. Я думаю, что Армения приобретает ту функцию, которую не имела за последние, наверное, последние 100 лет вообще со времени создания, скажем так, Республики Армянской. И это сейчас уникальный шанс, который обязательно нужно использовать. Естественно, Армения одна этого использовать не сможет без содействия соседей, что сейчас мы видим в случае с Грузией. Հայկական քաղաքագիտական շրջանակներում այսպիսի տեսակետ կա, որ այս պատերազմից հետո և այս նոր ներկայիս ստատուս-կվոյ պարագայում, կոմունիկացիաների ապաշրջապատման պարագայում, Վրաստանը այսօր շատ ավելի հետաքրքրված ու շահագրգռված է հայ-վրացական հարաբերություններով, քան նախկինում էր, և որ այսօր որոշակիորեն խանդ ունի Վրաստանը պաշտոնական Թբիլիսին այդ ապաշրջապատման գործընթացի հանդեպ, քանի որ որոշակիորեն դա նաև իր տնտեսական շահերին է վնաս լինում, քանի որ ինքը չի լինում, այսպես ասած, միակ տրանզիտ երկիրը։ Да, конечно же. То есть сейчас ситуация, в принципе, может развиваться по разным направлениям. Факт то, что в регионе появляется конкуренция, что, я думаю, что, ну, как бы, скажем, здоровое явление и совсем по-другому заставит посмотреть многие страны на ряд текущих вопросов. Грузии, интерес Грузии по отношению к Армении, естественно, повышается, потому что Армения, как я сказал, она, в принципе, находит свою функцию и будет иметь совершенно другую функцию. Сам Бог велел быть транзитной страной, скажем так, да, потому что география, мы с вами еще несколько лет назад делали интервью, я говорил, что у Армении вовсе не тупиковая география, то есть главное, как ее использовать. И сейчас Армения начинает правильно использовать свою географию. И, естественно, интерес не только Грузии, многих других стран возрастет по отношению к Армении, что очень логично. Հայ-վրացական հարաբերություններում, ինչպես գիտենք, կան բնական շահերի մի ամբողջություն, մեծ ամբողջություն, բայց միևնույն ժամանակ կան աշխարհակաղակական տարբեր վեկտորներով պայմանավորված բավականին խրթին իրողություններ, ինչը խանգարում է այդ երկկողմ աշխատանքի։ Այս առումով ըստ ձեզ, որքանով Ջո Բայդենի նախաձեռնությունը տարածաշրջանից Հայաստանին և Վրաստանին հրավիրել այդ գագաթնաժողովին, վեհաժողովին ժողովրդավար երկրների, կարող է հենց այդ համագործակցության հենքը լինել։ Ну, отчасти, конечно же, это может быть так, а отчасти можно, я думаю, что не настолько проблематично разные внешнеполитические векторы двух государств. Я думаю, что если смотреть в позитивной призме, в призме того, как можно это использовать, я думаю, что намного, намного интереснее перспективы откроются. И я, насколько понимаю, руководители обоих государств по этому вопросу разговаривают и очень много разговаривают. То есть уникальная возможность есть использовать вот эти разные внешнеполитические вектора. Տնտեսական շուկաներ են նաև, այսինքն բալանսավորի Հայաստանի համար, Վրաստանը կլինի… То есть, фактически, сейчас каждая из стран может, при правильном подходе, скажем так, может использовать оба рынка.
То есть вполне возможно открывать, основывать совместные предприятия, скажем так. Да, возможно осваивать рынки, скажем так, ну, вот, евразийского пространства. Грузия может осваивать через Армению, Армения может осваивать европейский рынок и в дальнейшем другие рынки через Грузию. И вот этот уникальный шанс, который сейчас есть, я думаю, что нужно правильно использовать, и власти обоих стран это очень хорошо понимают. Այսինքն այդ հիմքում դնելով համագործակցության տնտեսական շահը, մենք հաճախ գիտենք տնտեսականը վերածվում է հետո քաղաքական գործոնի։ Եթե հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը գրառում էր արել, որ 2026 թվականին երկկողմ առևտրատնտեսաշրջանառությունը պետք է հասցնել 1 միլիարդի։ Որքանով է դա իրատեսական համարում, որտեղ եթե մենք դատում ենք ցուցանիշներին, ապա նույն հայկական կողմի ներդրումները վրացական Վրաստանում շատ ավելին են, քան վրացական ներդրումները Հայաստանում։ Հայաստանը տնտեսապես բիզնեսի տեսանկյունից եւս հետաքրքիր չէ Վրաստանին։ Да, может быть, армянский рынок не настолько интересен для Грузии, но продавать и продвигать свою продукцию и другие продукции через армянский рынок на евразийское экономическое пространство – это очень интересно. И я думаю, что миллиард на самом деле не такая большая цифра для того, чтобы, скажем так, при работе этого механизма осуществить эту задумку. Ну, и я думаю, что здесь немножко цифры разнятся. По данным Грузии, оборот составляет более 400 миллионов уже. По армянским данным около 150, если не ошибаюсь. Так что здесь немножко разнятся цифры, смотря кого мы оцениваем сейчас и как. Но за последние два года, если не ошибаюсь, на 40% поднялся товарооборот между Грузией и Арменией, несмотря на все проблемы, которые есть. Я думаю, что довольно-таки реалистично. Самое главное – использовать правильное местоположение и ориентиры друг друга. Անդրադառնանք քաղաքական բաղադրիչին 3+3 կամ 3+2 այդ ձևաչափին, որը դեռևս հստակ հասկանալի չէ, թե ինչ ձևաչափ է գնելու, ինչպես հիշում ենք, բավականին հետաքրքիր տարբեր պատմություններ են կապված, այդ նախապատմությունն ունի այս ձևաչափը, արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, հետո հերքումը, հետո հաստատումը, ինչպես տեսանք, Վրաստանը մասնակցեց Մոսկվայում այդ ձևաչափին դրոշի տեսքով, սակայն պաշտոնական հերքում Վրաստանի կողմից չեղավ, թե չի մասնակցելու, թե ինչ է լինելու։ Հաստատ, Վրաստանը ուզում է մասնակցել և Թուրքիայում, եթե լինի, հակված է մասնակցել։ Ну, а по поводу участия в России, Грузия заявляла, что не будет участвовать в России в этом формате, вообще не будет участвовать в этом формате. И также было заявление Министерства иностранных дел Грузии о том, что грузинский флаг там, ну, лежал неправомерно, он не должен был там находиться, потому что Грузия отказалась от участия. Есть слухи о том, что Грузия будет участвовать в этом формате в Турции, то есть на собрании, скажем так, заместителей министров иностранных дел. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что очень сложно Грузии принимать решение участвовать в подобном формате вместе с Россией, потому что знаете, что у нас есть очень серьезного характера проблемы с Российской Федерацией, и еще не совсем понятно, как Россия хочет продвигать этот формат по отношению к Грузии. То есть, как минимум, разговор идет о деблокировке, скажем так, Южной Осетии и Абхазии, с чем Грузия не соглашается, и я думаю, что в ближайшее время соглашаться не будет. То есть, с этой перспективы, конечно же, Грузию не интересует продвижение этого формата. Ну и плюс, было бы очень, наверное, намного интереснее, если бы в этот формат были бы приглашены, например, союзники Грузии, ну или те страны, которые, по крайней мере, скажем так, хотят мира в регионе и хотят строить, скажем так, стабильное будущее для региональных государств. Ну, я имею в виду, прежде всего, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, прежде всего. Իսկ Վրաստանի չմասնակցելը այս ձևաչափին արդյոք նաև պայմանավորված չէ նրանով, որ իր հիմնական դաշնակից արևմուտքը ներկա չէ ձևաչափում? Может быть, отчасти, конечно же, это увеличивает риски для Грузии. Конечно же, Грузия чувствовала, по моему мнению, себя намного стабильнее и увереннее вместе с союзниками в этом формате, со стабильными союзниками, которые действительно, скажем, стоят горой за Грузию во всех планах. И, конечно же, скажем так, очутиться в этом формате без этих союзников будет сложно. Но это одна из причин, я думаю, не единственная. Հետաքրքիր է, եթե մենք խոսում ենք 3+3 ձևաչափի մասին, այդ դեպքում ինչու, եթե Ռուսաստանը ճանաչում է Ռուսիան և Աբխազիան, իբրև սուվերեն երկրներ, նրանք ևս պետք է մասնակցեն ձևաչափին այդ պարագայում? Ну, я думаю, что этот вопрос точно не ко мне, потому что ни я, ни наше государство, ни армянское государство, ни грузинское не признают. И скажешь, аргентинцы, потому что более закрытые. Я думаю, что кроме России, да, кроме России, в принципе, никто не признает независимости так называемой Южной Осетии и Абхазии, так что
вряд ли в этом формате Россия смогла бы провести свои интересы. Իսկ առասարակ Վրաստանում ինչ մոտեցում է այս ձևաչափին հանրային դրամատուրգիայի առումով, դուք ներկայացնում եք հասարակական սեկտորը։ Я могу сказать, что я в данном случае выражаю мысли большинства общественных организаций, не только общественных организаций. То есть, как бы в Грузии население реально думает так. То есть то, что происходит сегодня между Россией и Грузией. Да, нет, в Грузии нет проблем, скажем, с российскими туристами, нет проблем с российским бизнесом, капиталом и так далее. Но вот эти вопросы, которые, скажем так, нас беспокоят, вопросы, связанные с оккупацией, они, конечно же, дают о себе знать везде. И разные форматы, есть огромное недоверие, конечно, к политике России, и участвовать в разных форматах, когда с тобой, в принципе, поступают несправедливо, и у нас буквально в неделю раз какие-то эксцессы происходят на вот этой зоне, скажем так, на оккупационной линии, то людей похищают, то что-то еще происходит. Конечно же, это не прибавляет оптимизма, когда мы говорим о подобных форматах, но я вам скажу, что сам по себе формат очень интересен, потому что он включает практически все страны региона, с экономической точки зрения интересен для Грузии, и более чем уверен, грузинская политическая элита думает о том, как все-таки не пропустить тот поезд, который сейчас на рельсе ставится. Я думаю, что нужно просто... Мы думаем о минимизации рисков, которые могут возникнуть при участии в этом формате. Հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը Թուրքիայի տնտեսական էական ազդեցությունը Վրաստանում, արդյոք հավանական չեք համարում, որ նույն Թուրքիան կարող է իր այդ լծակները օգտագործել, ես պատահական չասացի, որ տնտեսական հետո դառնում է քաղաքական, օգտագործել իր լծակները և Վրաստանին վերել Թուրքիա. Грузия так, в экономическом плане очень сильно зависит от Турции. Mm-hmm. Я думаю, что это уже близко к максимуму. То есть дальше в принципе некуда. Если эта зависимость экономическая будет увеличиваться, это уже однозначно будет влиять на качество независимости самого государства. То есть в данном случае вопрос... Ну, с Турцией, скажем, вы очень хорошо знаете, что у нас в принципе безальтернативная ситуация, потому так настолько большая зависимость от одной стороны. Я в данном случае не говорю в негативном контексте по отношению к соседу. Я хочу сказать то, что у нас просто безвыходная ситуация, и ну, по-другому никак не получилось, потому что с Россией у нас ситуация такова. Ստամտահոգություններ չի առաջացնում վրացական հասարակությունում։ Տեսեք, այդքան երկար պայքարեցին Ռուսաստանից անկախանալու համար, իսկ հիմա տնտեսապես կախված են Թուրքիայից։ Մենք չենք խոսում լավ է դա վատը, մենք խոսում ենք կախվածության մասին, որը ինչպես գիտենք չափազանց մեծ վտանգներ է պարունակում։ Մենք տեսանք Հայաստանի փարագայում ինչ եղավ այդ կախվածությունը։ Գեոգրաֆիա невозможно поменять. Мы находимся там, где мы находимся, в тех геополитических реалиях, в которых мы находимся, скажем так, да. И экономическая зависимость, большая экономическая зависимость, конечно, она можно оценивать ее негативно, но в то же самое время тяжелые годы, а в Грузии были очень тяжелые годы, как, впрочем, как и в Армении. Если бы не Турция, я думаю, что очень, очень многие люди просто с голоду умирали бы. Да? То есть у нас какой-то единственный путь был, путь жизни, по которому элементарно продовольствие заезжало. Ну, я не говорю уже об остальных вещах, в сфере энергетики и так далее. Առհասարակ, իսկապես մենք գտնում ենք, ինչպես նշեցիք, լոկացիան չես կարող փոխել և մենք հատկապես ես ներկայի ստատուս քվոյի պարագայում և այնպես է ստացվել շատ հարցերում Հայաստանի և Վրաստանի շահերը համընկնում են, մենք տեսնում ենք, որ ներդրումների առումով միջազգային դոնորներին ավելի շատ հետաքրքիր են համատեղ նախագծերը, սա կարող է լինել միևնույն ժամանակ դիվերսիֆիկացիա, նույն թուրքական կապիտալից որոշակիորեն ալտերնատիվ ճանապարհներ գտնելու համար հենց նույն Վրաստանի համար, երբ համատեղ հետաքրքիր նախագծեր, որոնք պատրաստ կլինի Եվրամիությունը ֆինանսավորել և ինչի մասին բարձրաձայն հայտարարում է նաև կոմունիկացիաների առումով. Ну, как вы знаете, и Евросоюз, и, кстати, Азиатский банк развития также финансирует огромное количество коммуникационных проектов в Грузии, транспортных проектов в Грузии. Я думаю, что в течение 3 лет наши транспортные коммуникации не будут ни в коем случае отставать от лучших европейских, потому что очень активно идут стройки дорог. У нас несколько десятков мостов только вот в следующем году сдадут в эксплуатацию. Сотни километров
дорог не просто асфальтных, а с бетонным покрытием. И все они, я вижу подготовку к увеличению транзитной функции государства. Вместе с этим, естественно, без Армении, без Азербайджана, mm-hmm. без Турции это не видится возможным. Так что я думаю, что мы просто чуть-чуть раньше подготовились к этому. Mm-hmm. Я думаю, что тот же процесс пойдет и в Армении. Հայաստանը դեռ է դնային աշխատանքը կատարի, իսկ այդ դնային աշխատանքը հյուսիս հարավն է, որը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար. Я думаю, что не только Север-Юг, еще очень будет интересно Запад-Восток, и это обязательно будет mm-hmm. развиваться, потому что ну, надо смириться с тем, что находимся здесь, скажем, мы в этом регионе, и Армения, и Грузия, скажем, никуда мы не уйдем, и от соседей тоже не уйдем, если не найти общий язык с соседями, и не только с соседями, с теми государствами, которые заинтересованы транзитом, такие как Индия, например, скажем так, которые заинтересованы, или Китай заинтересован транзитом в Европу, и доказать, что это является самым стабильным путем для них и самым интересным путем для них. Я думаю, что вот только с этими формулами мы сможем, действительно сможем построить благополучное будущее для нашего населения. И однозначно в разы возрастет социальный уровень населения. В разы и очень быстро. Просто это нужно делать, потому что уникальный шанс. Это окошко закроется, если этим не воспользоваться сейчас. Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, հաստատվելուց համար. Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Բազմազգ Վրաստան հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձությունների շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։